Всем привет! У нас уже темно, Никита недавно проснулся, потому что вчера он не выспался и вот очень долго спал. Встала я, значит, хотела попить чаёк с тостами и вспомнила, что у нас нет газа. Заказали газ и ждем, пока нам привезет мужичок газ подключит новый. Никита говорит, что это все-таки бутля пустая, я на это очень надеюсь. Сейчас приедет, поменяет, и тогда уже будет можно нормально сесть покушать. Кушать хочется, правда. Угу. Вот. Сегодня мы целый день будем дома. С самого утра у нас была такая пасмурная погода, было темно. Не хотелось даже вставать. Я вот сидела в телефоне, играла в конфетки, видосики смотрела, пока Никита спал. Вот. И Никита в конце концов встал. Я смогла заправить кровать и позвонить насчет газа. Ждем. Надеюсь, они быстро приедут. Обычно они как приезжают? Минут 20, да? 15 минут. Потому что они постоянно тут крутятся между этими домами, потому что постоянно кто-то заказывает газ. Вот. Ну, как-то в последний раз долго не было, где-то час мы ждали. Да, ну, нормально, он приехал. Может, получится. Может, я просто есть очень хотела, когда мне так время тянулось. Такие вот дела у нас. Будем ждать газ. Только что нам привезли газ, а я начала делать тосты. И вот как всегда... А там откручено? Проверь. Сейчас проверим. 10 раз тяжелее, чем то, что было. Работает! Мама же так быстро ушла, потому что вот эта вот плита, там хер знает сколько... Рванула, когда у нас плита рванула, газа, блин, ушло. Да, возможно. Вот это пару раз было же у нас, что с вот этих камфорок, типа, ну, выдувало, бы выдувать. Мы приходили с универа, а у нас газ, блин. Воняет газом, да. Что плита какая-то такая старенькая. Ну, понятно, да, сдают квартиру некому. Ну, там без разницы. Сейчас Никита там ее вставит под раковину, а то так неудобно. Еще вот эта вот штука мешает. О, как пищит. Ну, я тогда сделаю тостики, мы съедим и тостики, и буду греть нормальную еду. Я вышла в магазин, Никита дома. Надо купить молоко, хлебушек, мясо. Вот, я решила прогуляться. Не хотела сидеть дома. Особо Никиту не заставляла идти в магазин, если не хочет, то я сама. Когда мне сегодня не принципиально. Вот, так что вышла. Взяла наушники, чтобы было веселее, и иду в ведро. Смотрите, как у нас фонарики украсили такими звездочками. Классненько смотрится. Получается, в Польше либо вчера, либо сегодня, точно не уверена, был такой праздник, называется Миколайки. Как бы в переводе, как, ну, Миколай — это как бы Дед Мороз, и детям дарят подарки не на Новый год, а вот на этот праздник. И вот поэтому в этот день все украшают, включают гирлянды. У нас в универе тоже уже висят украшения. Надо будет показать в понедельник. Классненько украсили, в принципе, как каждый год. Но все равно сразу так уютненько становится. Пришла я домой, не снимала в магазине, потому что как-то людей было много, как-то было неудобно. У меня этот портфель постоянно с плеча спадал, и наушники, короче, решила дома показать. Хлебушек тостовый взяли, я взяла. Потом творожок зерновой, который мы кушаем. Смотри, что я тебе взяла. Вот оно. На. Ну возьми. Апельсины. Мандарин каких-то нормальных не было. Все были твердые. Это означает, что они невкусные. Молоко. Дальше. Одно манго. Мягенькое, хорошее, вкусненькое. Спрайт попить. Кстати, интересная такая бутылка. Это литр 75. Вот, литр 75. И мясо. Вот такой огромный кусок. Он у нас 2 килограмма 100 грамм. Шинки. Конечно, мяса там выбора вообще не было. Но какое-то зеленое было все. И очень мало. Вот, все.
и чек. 63 злотых это вышло. Вот так вот. Все. Буду раскладывать это все по местам. На ужин у нас же будет мясо с луком и чесноком. Вот я обжарю, добавлю пасту. Но это как бы не томатная паста, а это соус такой с травами разными. Закипит вода, добавляю спагетти. И потом, когда они где-то минут 5 поварятся, я их перекину сюда, в эту пасту такую. И перемешаю еще минут 5, подержу на маленьком огне. Возможно, добавлю еще сметану, но это не факт. Буду пробовать уже по вкусу. Никита играет в себе в карты. На втором мониторе у него идет стоп-хам. А я здесь на кровати смотрю «Ходячих мертвецов», последнюю серию сезона. Как приготовиться кушать, мы будем уже смотреть не какие-то стоп-хамы, а все серьезнее. Топ-модель по-украински, новую серию. Вот так вот получилось. Как-то я переборщилась порция, я думаю, мы не съедим. Отдай. Это все. Бери. Я думаю, мы не съедим это все. Опять и... ложит. Неизвестно, ну, сколько. Блин. Я говорю, меньше ложи. Она все равно валит. На завтра еще останется. Если что, обратно скинь в сковородку. Вот у нас уже идет топ-модель по-украински. И, кстати, хотела сказать, что я перепутала немножко. Оказывается, это была не последняя серия. Не последняя серия «Ходячих мертвецов», только восьмая. Почему-то думала, что... Что ты ищешь? Я жду, пока мы сядем кушать. Так я сижу уже. Я думала, что в сериале 8 серий из 8, то есть я посмотрела, оказывается, 8 из 16. Приятного нам аппетита. Ты молоко ищешь? А, ясно. Водичку берет. Все, кушаем. Мы досмотрели эту модель по-украински, и вот решили съесть манго. Вроде спелая, мягенькая. Ушла наша любимая участница, за которую мы больше всего болели. Просто не знаю, как так вышло. Она, правда, была одной из лучших. Просто вот на этой неделе как-то запорола все задания и сама не может объяснить, почему. Решили вот поесть манго, не знаю. Кто будет играть, я, наверное, сяду сериальчики смотреть. У нас как бы уже поздно, но спать еще не хочется. Нарезала я манго. Это осталась косточка. Такой желтенькая, мягенькая. Будем сейчас пробовать. Вас скрывает скрытая камера. На каком основании ведется видеосъемка? На каком основании ведется видеосъемка? Документы ваши покажите. Документы вот. Ваши покажите. Что вы мне пальцы свои показываете? У нас уже поздно. Мы уже собираемся ложиться спать. Никита будет монтировать блог. Мы очень быстро съели манго. Просто вот так вот. Не умею я это делать левой рукой. На раз-два так ням-ням и все. И вот этот вот человек, вот этот, который говорит, что ненавидит манго, съел полтарелки манго. И такой говорит, фигня какая-то, и берет кусочек. Ну, фигня какая-то, и берет второй. Да, вот так вот всегда. Ему что-то не нравится, Кристина это ест, он у нее подъедает, а потом сам любит. Еще пару раз и будешь любить манго больше, чем персики. Это так же... Ты так не делаешь, да? Нет.
А чё это спросить? Просто так. Я его как не любила, так и не люблю. Вот так. Три штучки можно было съесть. То же самое, Никита. Сколько 10? То же самое было с этим, с творогом зерновым. Помнишь? Кривился, говорил, что фигня, как это можно есть, они такие противные, эти шарики. В итоге что? Кристина, возьми творога. Кристина, сделай творожок. Вот так вот. Вот оно что, да. Двухличный человек. У тебя раздвоение личности. Может, в психушечке полежать. Этим человеком можно нормально и без смеха жить. Что не жизнь, так какая-то смехунька. Что ты там читаешь? Расскажи, мы все посмеемся. Я что, смеюсь, что ли? Не понял. Все, прощаемся. Моя рука, Никита, прощайся. Никита. Пока-пока. Я тебе нос чешу. Всем пока.